для того, чтобы добраться в древний Сиам, как он называется, Муанг-Буран, доезжаем до конечной станции Е24 на БТСке, до станции Хеха или Хеха. В общем, это конечная, в любом случае не проедете. Спускаетесь по лестнице, и здесь стоят тук-туки номер 36. 10 баз человека и довезет прямо до входа. Вот это главный вход в древний город Сиам. На тук-туке обязательно нужно сказать, что вам нужно сюда. Нас, например, увез, хотя об этом мы его предупредили, и нам пришлось вернуться. Как ориентир, смотрите, вот вывеска «Форт», и сразу за ней нужно будет нажать на колокольчик. Тук-тук остановится, и вот по этому мостику пройти входу. Я так понимаю, там парковка для автомобилей и байков. Здесь тоже, кстати, парковка. Вот, явно туристов привезли сюда же. И здесь все по направлениям, по стрелочкам. В принципе, все понятно. Территория входа. Я так понимаю, вот эти вот гольф-кары можно брать в аренду. Они все номерные. Да, скорее всего, это они и есть. Паркинг находится здесь. Там, на входе. Ну, в общем, места достаточно. Мы купили билеты в приложении Клук, они обходятся в 350 бат, поэтому прям рекомендую, в два раза дешевле. Здесь на месте будет стоить 700. What? Where are you from? В Казахстан. Yes. Two people? Two people, yes. Okay. В общем, арендовать можно гольф-кар, вот, двухместный, 350 бат. Последующий час 100, на 4 места 350, последующий 200. И шестиместный 500, и последующий час по 300 бат. Кроме этого можно взять велосипеды, вот такие вот маленькие байки, можно их так назвать. 3 часа 250 бат, последующий по 100. Ну, велосипеды 150 и неограниченное количество времени. Нам выдали билетик, мы взяли гольф-кар, нам выдали карту, помимо этого. Судя по карте, здесь 122 достопримечательности. Территория просто огромная, ну, будем кататься. В общем, взяли двухместный гольф-кар, 350 за первый час, последующие по 100. Я думаю, часа 3 проведем здесь точно. Кстати, паспорта у нас с собой нет, удостоверения с собой нет в оригинале, водительских прав в оригинале нет. Они оставляются как депозит, поэтому у кого нет с собой документов, возьмите обязательно 5000 бат в качестве залога. И сразу нужно будет оплатить первый час, последующий потом по прибытию, по факту. Вот сувенирный магазинчик такой, ну, в принципе, ничего такого, который относится непосредственно к этому месту, я не увижу. Просто обычный тайский сувенирный магазин. Вышли на стоянку. Здесь очень много гольф-каров.
Думаем, у нас 83, где же его искать? А он вот он стоит, его уже подогнали к нам, сюда. Блин, классный сервис, прикольно, молодцы. Красавы. Ну все, мы начинаем. Нашу поездку. Открываем карту и в путь. Да, прям автобусов очень много. Прям древняя-древняя. Нет, это реально. Не особо уверен, что это очень древнее что-то. Если парк основан в 63-м году, ему 60 это... лет. Не-не-не, а здесь же не строили некоторые здания. Здесь на территории именно древнего Сиама какие-то постройки остались. Ticket. Yes, ticket. Okay. Okay, thank you. Thank you. Khapun krab. Yes. Khapun ka. Thank you. Khapun krab. Ну вот, получается, мы в главный въезд въехали. Древний каток.
пор идут реставрационные работы. Год. А это тайское летоисчисление или это наше? Thank you.
кстати, можно пойти по мосточку, вот пройти, погулять там внутри. Может, сходим? Блин, мой. Немножко припаркуемся. Классный гольф-кар вообще. Простой в управлении, как велосипед. Вперед. Посетили вот эту достопримечательность. Очень интересное, красивое место. Едем дальше. Я так понимаю, это какие-то копии деревенек, да, древних поселенцев? Ну как древних? Ну явно не современных, короче.
кстати, мы проехали по кругу и возвращаемся на то же самое место, откуда приехали. Вообще классно, удобно. Кстати, по территории можно купить напитки, воду, пожалуйста, вам все продается, охлажденные кокосы. Пойдем? Да, мне кажется, нет смысла. Да, кое-что пропустили, кажется. А нет, не пропустили. Там написано старт. Полный старт. Мне показалось, что мы проехали несколько просто примечательностей. Вот белые там вот эти. Либо там другая дорожка должна быть. Старый корабль. Старый корабль. Thank you.
Что, кстати, все современное. Нет, вот эти вот деревяшечки. Современности, потому что кирпич же старый, не древний. Это как я предложил. Кружок, говорю, быстро мотнем, а потом будем останавливаться. Тут, по-моему, надо часа 4 только кататься.
смотрим грандиозную стройку века. Вон старинные домики строят.
так это насыпная какая-то, это искусственно созданная. Как реалистично, да? А внутри пустота получается. Да. Вот это да. Вот это строение. Thank you.
выход в той стороне. Не говорит о том, что вот сразу взяли и выехали. Нет, с этого комплекса. Сейчас мы еще туда завернем, в другое место. У меня тут появился план.
Я не на свою сторону поехал. Sorry. Мы опять сюда выехали. Да.